И всем привет! И неожиданно, негаданно, в общем, Portal игра возвращается. Да, мы с вами проходили Portal 2 давно, очень давно, а это Portal 1. Но, чувствую, настали долгие прохождения. Давайте новая игра. Сколько здесь глав вообще? Ну, в принципе, нормально. Начать новую игру. В принципе, мы помним, что... Угу. Просыпаемся. Лимбо! Да заткнись ты. На. Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы портала. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Унитаз смывается, в принципе, работает. Критическая ошибка, вы о чем? Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой какая-то форме, у нас мы маленькая девушка. Ой. Из соображений вашей безопасности. Откройте мне, пожалуйста, дверь. Я хочу пройти эту игру. Я готов к прохождению. Я готов к долгому прохождению. В принципе, мы симпатично смотримся. Стопы. А что у нее? А, чтоб высоко типа бегать, короче. Из первой комнаты выбираемся, наступаем на кнопочку. Отлично, дверь закрылась. Но это не беда, потому что гиперкуб ставим на кнопку. Хорошо. По завершении каждого испытания подобно следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц. Если во второй части злодейка, злодеем будет, в принципе, робот, а вот эта большая громадина, как ее зовут, я забыл, она была, оказывается, не злодейкой. Так кого мы встретим в первой части? Ну, вряд ли того мелкого ушлепана мы здесь встретим, конечно. Я первую часть, признаюсь честно, пытался пройти в детстве, но так и не прошел. Поместите экспериментальный утяжеленный так. На 1500 мегаваттную экспериментальную сверх. Это гениально. Сейчас мы ждем. Стопэ. Стопы. Надо как-то кнопки пройти. Идеально. Немедленно вот, поставили. Покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное теперь надо ждать портал, когда переключится вот здесь вот. Не является частью. Так, отлично. Теперь мы ждем, когда он еще раз переключится. Ну и в принципе все. Легко и просто. Есть что-нибудь посложнее? Что-нибудь позабористее? Так, у нас немножко затормозила система. Ожидаем осадки в виде большой игры. Загрузка. Нормально. Не, ну первая часть должна быть, наверное, короткая. 02 из 19, видишь? Вкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных пломб, коронок и самих зубов. Воу, мне надо эту пушку взять. Да. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания портала.
С его помощью можно... Знаешь, что я сделаю? Я сделаю вот так. Что межпространственные путешествия абсолютно безопасны. Ага. В отличие от самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Все, мы прошли и эту локацию. Не погружайте устройство в жизнь. Все-таки не зря во вторую играл. Вторая сложная вообще, как это сказалось для меня. Первая на изи все так проходишь. Вынести устройство за пределы лаборатории. Так. Пошел нахрен. Не упади. Перепрыгнули. О! Стопэ. А как? Что-то не то. Ой, я дурак. Отлично. Помните, день открытых дверей в лаборатории исследования природы порталов. Удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Не, первая часть реально какая-то легкая, чересчур. Неужели для меня раньше казалась эта игра настолько сложной? Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. Эй. Стоп. Серьезно? Вновь отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования, в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам. Почему на помощь? Я ее раньше не прошел? Не, ну я понимаю, что это только начало, но... Она какая-то детская для меня. Я в шоке. Вторая часть для нас... Вот вторая часть я проходил, вот прохождение у меня, посмотрите. Я ее реально проходил очень долго. 24 серии. Это просто жесть. Так. Чё? Все нормально, нормально под контролем. Это самая сложнейшая игра в мире. Тестирование. Наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования, ой, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Я пройду здесь все ваши гребаные уровни. Для меня это вообще не составит труда. Шесть из 19. Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых находится в левой части камеры, могут привести и регулярно приводят к таким невосполненным увечьям, как полная аннигиляция. Соблюдайте осторожность. Что сделать-то? Подожди. Стой. Ты дурак. Невероятно. Может вами гордиться. Это же все легкое, блин. Есть что посложнее в вашей системе? Какая легкая игра. Сложилось так уж неприятно, что я понимаю, что вторая часть Портал намного была сложнее. Правило 3.
требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном. Ну хоть что-то интересное настало. Ну хоть что-то интересное. Вот смотри, он здесь двигается, да? Опля. Эй, слышь, давай. Хопс. Хопс. Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лицами, чтобы достичь изоляционной камеры. Ждем нашу экспериментальную камеру. Давай. Где она? Так. И все? Я думал, будет сложнее, реально. Реально, ребята. После второго портала это самая легкая игра вообще, которую я встречал. Из подобных игр, конечно же. Портал 2 реально, там вот реально, там надо было так думать. Там ты просто решение не можешь порой понять, какое правильное. Обратите внимание, что в этом испытании 8/19, серьезно. За ошибки. Любой контакт с так, полом куда камеры ты идешь? Приведет к пометке «Неудовлетворительно». На вашем бланке тестирования и нет, вот, вот так вот надо сначала сделать. Да. Теперь надо сделать, пожалуй, себе вход сюда. И, наверное, вот так вот. Нет. Вот так вот. Да. Все предельно просто. Это чтоб никто не выбрался. Кто будет сзади меня идти без пушки? А я такой, ха-ха-ха, я гений. Что иллюзия угрозы я подставил людей для того, чтобы угроза жизни и так далее. Как можно более яркие ощущения от испытаний. От испытания. Яркие ощущения. Следующее испытание непроходимо. Даже не пытайтесь искать решение. Так. Ладно. Это уже поинтереснее. Но все-таки. Давайте под... Блять, я понял. Экспериментальный центр приносит вам свои извинения за неисправность камеры испытания. Значит, будем действовать вот так вот. Поразительно. Вы сумели сохранить решимость и присутствие духа в специально созданной атмосфере глубочайшего пессимизма. Это ваши сложные задачи? Это ваши нерешаемые задачи? Серьезно? Это ваши вообще мега сложные задания? Я в шоке от вас, господа. Вы просто меня недооцениваете. Здравствуйте. Еще раз повторяю предупреждение. Для успешного кинетической. Серьезно. Ой, как сложно. Вы начали понимать, как проход через портал влияет на кинетическую энергию тела, а именно никак. Между порталами продолжает действовать закон сохранения энергии. Говоря языком дилетанта, что быстро влетает, то быстро и вылетает. Как сложно. Я не понимаю. Это самое сложное, с чем я сталкивался в этой жизни. Ребята, короче, посмотрим. Посмотрим. Кому-нибудь, кто-нибудь хочет смотреть портал, интересно, у нас. Я знаю, один человек уже у нас имеется такой.
Экспериментальный центр гарантирует абсолютную безопасность условий каждого испытания. Вторая пушечка. Экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим домом вас убьет. Постарайтесь этого избежать. Типа ты понял, да? На меня глазеешь, слышь? Ну, ее хочется взять, согласись. И нам надо сюда, да? Это я понимаю. Так, сохранить игру, давайте сохраним. Сохранено. Так, увидимся с вами в следующей части. Это экспериментик. Кто хочет портал посмотреть прохождение игры, давайте посмотрим вместе с вами. Всем пока-пока.